Здравствуйте, ребята! Вы на канале Ассорти. Сегодня поговорим про дырявое шило. Что появилось раньше? Иголка или одежда? Многих этот вопрос, наверное, удивит. Разве можно без иголки шить одежду? Оказывается, можно. Первобытный человек шивал звериные шкуры, протыкая их рыбьими костями или заостренными костями животных. Так выглядели древние иглы, ребята. Когда же осколками кремния очень твердого камня в шилах высверлили ушки, получились иглы. Через много тысячелетий на смену костяным иголкам пришли бронзовые, потом жестяные. Железные. На Руси случалось ковали и серебряные иглы. Около 600 лет назад арабские купцы завезли в Европу первые стальные иглы. Нитки вдевали в их загнутые колечками концы. Кстати, а где у иголок ушко? Смотря у какой. У обычной иголки с тупого конца, а у машины с острого. Впрочем, некоторые новые швейные машины прекрасно обходится и без иголок, и без ниток, и без клея и сваренной ткани. Вот, ребята, смотрите, обычная иголка и машина. Вам видно? Вот сегодня мы поговорили с вами о дырявом шиле. До нового видео, ребята. Пока-пока.